Едем забирать конфискованную тачку. Нужно снять деньги. Мани на кармане. Едем забирать машину, которая стоит $1200 за штрафстоянку. Забрать ее и отвезти в бодишоп, то есть на ремонт. Какая машина, еще не знаю. Сейчас буду проверять, что мне там отправили за информацию по автомобилю. Hyundai Elantra 2017 год GT. Ну, сейчас глянем на нее. $1100 или 1200. Ребята, смотрите, какие знаки в офисе висят. Слева знак «Нельзя пукать», а справа знак «Нужна помощь на любые позиции». Вот она машинка, бампер отдельно, получается $1200 она обошлась, чуть меньше. Цена за штрафстоянку. Сейчас проверю, заводится она или нет, у меня есть ключи, а там будет видно. Так, диски штампованные, поэтому просто крюком цепанул здесь и все. Бампер закинул внутрь. Так, разговорами не заработаешь, так что к делу, поехали. Едем всего лишь 1 километр до разгрузки. Сбрасываем машинку, уже есть следующий заказ. А следующий заказ я покажу вам в следующем видео. Ну а сейчас мы ее сбрасываем. И выдвигаемся. Меньше разговоров, больше дела. Все, машина запаркована, здесь ее оценят, сколько нужно денег для ремонта, и дальше уже клиент либо согласится ее ремонтировать, либо страховая фирма согласится отремонтировать. В общем, там вариантов очень много, но обычно клиенты отказываются, страховая выплачивает полную стоимость,
машины и клиент едет покупать новую. Есть ли хорошая страховая фирма? Я еду забирать следующую машину, а вы ставьте лайки и ждите следующее видео, которое выйдет в четверг в 8 вечера по белорусскому времени. Всем пока!